ведущий концерн России, концерн ТВО «Алматы». Создан по указу президента Российской Федерации, в 2014 работает более 90 000 человек. Предприятия концерна разрабатывают и выпускают средства противовоздушной обороны малой, средней и большой дальности, системы и комплексы ТВО морского базирования, радиолокационной станции ТВО, правительственной техноразведки и автоматизированной системы ТВО. На предприятиях концерна обеспечивается ТВО, продает свои конкурентоспособности и превосходство над уровнями технологиями порядка 150 квартир. Об этом свидетельствует обширная география военной технического сотрудничества концерна. Комплектующих крайне поставленной продукции военного назначения, а также на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, утилизации, обучению иностранных специалистов и удивительных способностей.